Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир, как ты видишь, я в Лиге Мастеров 3 звезды. И прошлой серии, я думаю, что вы догадались, друзья мои, да? Опять записались без звука, потому что то ли штекер на микрофоне барахлит, то ли еще что-нибудь. Я постоянно забываю перед началом съемки, ребят, проверить звук. Ну, меня хватает буквально на дней 5. Потом я привыкаю, что все работает, и начинаю. А он в этот момент, ребят, выскакивает. Или, я не знаю, там, коротит. Может, разъем сам хреновый. Не знаю, в чем дело. Ладно, не в этом суть. Суть в том, что у нас конец недели, друзья мои. О, ты посмотри, кто на турнирке, ребят, разыгрывается. Супер Шреддер. Нифига себе, какой вам подарочек здесь предоставили. Супер Шреддер — это крутой чувак на самом деле. Если его получить как можно быстрее, в принципе, ребят, можно, как говорится, неплохо отрываться в дальнейшем. Потому что у него очень хорошая суператака. Так, ну что, а я пока начну тут потихонечку разбираться. Первые 5, 6, 10 этапов у нас пойдут на изи. Ну что нам сегодня? Дойти до какого-то определенного ранга, чтобы на следующий день нам слететь до... лиги... Какой? Конечно, ребята. До Лиги Самураев. Мы так всегда делаем. Мы с тобой прыгаем, скачем, а потом нас берут просто и резко опускают на целый ранг ниже. Так это вот работает. Хотя я вам еще раз говорю, ребята, можно не играть буквально 3 дня, потом зайти за эти 3 дня также рвануть неплохо, но... В чем будет разница? Разница будет в том, что там нас уже так быстро не скинешь вниз. Там уже будет, как, ну, как говорится, конкретные уже ниши заняты, с которых, ну, проблематично будет слететь. По крайней мере, не за один день, это точно. Пару дней не игры, может быть, тебя повысят, понизят на ранг. Но не так, как здесь. Здесь мы с тобой сейчас дойдем, докуда бы не дошли, и на следующий день нас опять же скинут. А почему? Потому что игра только началась, естественно, люди играют и этот... Кстати, со звуком, ребята, также, я думаю, вы уже посмотрели видосик «Растение против зомби-героя». Как говорится, обидно не только вам, друзья мои, что вы не слышите голос, но и мне обидно, потому что я же как бы, ну, объяснял там что-то, рассказывал вам, и на тебе. Начал видосик рендерить, а там нифига нету ни звука. Ни ответа, ни привета. Ну, я думаю, что вы догадались, да, что выпал мне Великанус. Выпал с самого последнего пака. Открывал я, ребята, это все, играя за кадром. То есть я чисто случайно думал, ну, повезет или не повезет. Я проходил ранги там и получал там по 20, по 40 кристаллов. И потом, короче, накапливал 150 кристаллов и сразу их тратил. Я не 1500, как там было, за 10 паков, а по 150 за один пак. И когда уже все, ребята, практически не оставалось денег там, ну, точнее, кристаллов, на последний я наскирдовал 150, начал открывать, и, о чудо, мне выпал Великанус. Да, теперь мне для полного счастья не хватает только бета-каротин. То есть это чтобы была у меня полностью собранная команда всех зомби и всех растений. Ну, я думаю, что в дальнейшем... как-нибудь ее все-таки дополучим. Так, ну что, ребят, пока у нас все идет хорошо. Тут по-другому не должно быть, потому что это самое начало игры. Мы с тобой уже вылетели 2 звезды. Это, так сказать, самое начало. Вот, и вчера, естественно, вы не могли слышать по голосу. Я простыл, друзья мои, опять простыл. Опять у меня насморк, сопли, температура. Но на больнице садиться нельзя, потому что и так ни денег нету, нифига. А жить надо, платить кредиты надо. Так что... будем переносить болезнь, как говорится, на ногах. Как говорится, у нас болеть невыгодно. Вот. Хотя состояние очень дурацкое. Вчера была температура 38. Отпивался я там всякими чаями, там, лимоном. Всякие ринзасипы и тому подобное. Ну, что-то это как-то мало помогает. Сегодня вот утром встал весь мокрый. Ну, потому что пропотел, ребят. А сейчас вот уже... 6 час, меня опять начинает колбасить. Колбасить, опять начинается побаливать горло и так далее. В общем, к вечеру, наверное, опять будем раскисать. Самое обидное, что я на работу сейчас иду. То есть мне придется
все это дело терпеть. Мало того, что терпеть там покой-то, а никакого покоя тебе не будет. Ладно. Так, ребят, ну что, мы уже до самураев одной звезды добрались. 97 ранг. Я думаю, что уже многие догадались, что меня не повысят сейчас в этом плане. То есть мы не будем с тобой успевать хапать ранг. Вот, 14-17, отлично. Мы с тобой хапать ранг не будем. Потому что, ну, сотку мы уже с Лиги Самураев вряд ли мы с тобой сразу перепрыгнем ее. Скорее всего, будет там, я не знаю, там, ближе к переходу, но не перейдем на Лигу Самураев 2 звезды. Вот, и так до Лиги. Сейчас посмотрим. Ну вот, я о чем вам говорил. 36-я позиция. Не выходит. Так, ну что же, я возьму тогда Зэка. Раз, два, три, четыре. Возьму Зэка и вперед. Как говорится, с песней. Ну что, Зэк, положишь всех их? Красавчик. Просто красавчик. Просто закинул туда и все, ребят. Бомбочку свою. Ну, самурай 2 звезды, да? Окей, позиция 79-я. То есть уже приходится по 2 поединка, ребят, драться, чтобы нам получить ранг. 14-18. Ну, давай я возьму, наверное, здесь Леонардо. Раз, два, три, четыре. Так вот сделаем. Само собой, тут Леонардо одного будет достаточно, чтобы наказать. Поэтому для многих буст — это уже, ребята, не буст, а просто изичное прохождение. Но у меня цель моего буста — это попасть в Лигу Мастеров с одной заходки. Без откатов, без всего. Ну, такой челлендж. Вот я его сколько уже пытаюсь выполнить, и все не получается. Хотя времени уже прошло довольно-довольно, ребята, много. От последнего такого удачного у нас эксперимента. И вот я никак больше не могу, ребят, повторить. Буквально не хватает то ли одного боя, то ли двух. Но всегда чего-то не хватает. Так, ну что же. Лига самураев 3 звезды. Это только Лига самураев 3 звезды, ребята. Еще нам надо будет в сёгунах. В сёгунах пошоркаться. А сёгуны, ты понимаешь, да? Это за каждый поединок 2 боя. Их там 2, 3 ранга. 3 умножаем на 2, это уже получается 6. Наверное, около 7-8 боев нужно сделать, чтобы нам попасть. Но мне кажется, столько персонажей у меня не наберется. Ну да, это мы сейчас только в Лигу сёгунов попадаем с тобой. Одна звезда. Вот. Это только Лига сёгунов, одна звезда. Потом надо будет два, в лучшем случае, поединка сделать, чтобы нам перейти в Лигу сёгунов. Две звезды и три звезды также. Да. Неисправимая игра. Никак ее, ребята, мне не победить. Они как хотят, так и воротят свои дела здесь. Так, ну что же, вот у нас Лига сёгунов. 79-я позиция. Соответственно, друзья мои, здесь два поединка. Это как минимум нужно будет сделать, чтобы как-то дальше перейти. Как минимум. Что, не дадут мне 16-20? А-а, 15-19. Вот держат, ребята, марочку и все. Раз, два, три, четыре. Ну сколько там будет позиция? Какая? Ну, 30-я, да? Пускай будет. После этого поединка 30-я. Плюс еще один поединок. А у меня же там героев осталось, наверное, штук 15. Умножаем на 5, это, ой, делим на 5, получается на 3 поединка. Ну и как? Вот как ты тут хочешь это все дело пройти? Никак. Смотри, 79-е становится 39-е. Ай, да. 15-20. Раз, два, три. 4-5. Максимум, до куда они дошли? До 54 ранга. А мы с тобой уже давно-давно тратим наши 70-ники. Ну да.
Вот так вот. Ну что, ребята, скоро будет у нас Новый год, поэтому всех хочу поздравить с наступающими, ребята, праздниками. Как говорится, всего-всего наилучшего, здоровья. Это в первую очередь, я вам сразу говорю, здоровье. Можно все купить, вот здоровье нельзя, к сожалению. Вот. Ну и, естественно, материальных благ вам всех. Всем. Вот. Ну что, ну вот не дают, ребята, вот. Блин, вот зациклились. Ладно, 15-20. Надеюсь, следующий год будет у нас намного-намного. Всегда мы так говорим, намного-намного лучше, интереснее, прогрессивнее, чем предыдущий. Но почему-то мало как-то получается. Не выходит. Все как-то, как-то около того. Кружимся. Единственное в жизни, какие у нас изменения, это если, ребята, кто-то заканчивает там школу, да, кто-то заканчивает там университет или еще что-нибудь. И уже немножечко входит в другую фазу жизни. Кто-то, наверное, уже повзрослевший, может, кто-то от родителей отошел. Вот, но в любом случае, чтобы всегда у вас была, ребята, как бы вам сказать, удача, наверное, пускай за вашими плечами, удача, которая вам будет благоволить, так сказать. Но самое главное, что двигаться к своей цели, не лениться. Вот, и как-то придерживаться своих, ребята, принципов. Так, ну что, друзья, последний поединок. Ну, у нас там три персонажа, поэтому особо тут. Мы даже с тобой в Лигу Сёгунов три звезды не добрались. Ты прикинь, вот так вот. Вот вам, ребята, весь отчет до копеечки. Раз, два, три. Мы даже не перешли с тобой в Лигу Сёгунов три звезды. Ну, так вот. Печалька, да, печалька. Ой, раздевался. Я бы лучше бы сейчас поспал. Я даже тренировку, ребята. Я вчера сходил, у меня пипец. Сегодня даже не ходил, хотя вчера было желание сходить. Нет, не пойду. Надо немножко подлечиться. То вообще раскисну. Так, ну что, друзья мои, здесь у нас все. Нам чуть-чуть не хватило, да? Ой, тихо, подожди, это нам не надо. Так, давай. Оу, у меня даже еще задания не откатились. Странно. Почему задания не откатились, я не знаю, друзья. Ну что же, тогда на сегодня нам можно и закругляться. Так что сегодня, ребята, поиграли неплохо. Но хотелось бы лучше. Всегда хочется чего-то лучше. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.